В Одессе водитель иномарки наехал на 4-летнего мальчика и сломал ему ногу. Ребенок отошел от матери и попытался перебежать дорогу в неположенном месте. В результате попал под колеса легковушки. Мальчик получил перелом ноги и ушиб грудной клетки. А вот что касается водителя, он то ли не заметил ребенка, то ли умышленно скрылся с места ДТП. Сейчас это выясняют милиционеры. В результате дорожно-транспортного происшествия несовершеннолетний пешеход получил телесные повреждения. Водитель с места ДТП уехал. Путем оперативно-розыскных мероприятий водитель вместе с автомобилем были найдены. Увидел выбегающего метров 5 впереди ребенка, может, 4, не могу точно сказать, из-за машины, за ним бегущую мать, принял экстренные меры торможения и ухода вправо. Скорее всего, левой стороной, может быть, зацепил ребенка, скорее всего.